Так, не смей останавливаться. И отвали, Кейн. Он со мной. Встали. А ну, поднялись с пола, живее. Томас? Ты каждую неделю звонил и говорил, что у тебя все здорово. И вот ты здесь. Эктор нажил себе кучу неприятностей. Он уже пару месяцев в детской колонии за кражи и наркотики. Решил пойти по стопам старшего брата. На кой черт тебе это надо? Он же не понимает, что делает. Он считает тебя образцом для подражания. Не говорите с ним так. Нет, полицейская права. Нечего мной гордиться. Да ты что? Ты здесь большой человек, тебя уважают. Нет, они боятся меня. И это не то же самое. Находясь здесь, ты не можешь оставаться человеком. Потерял себя, и назад уже не вернешь. Не будь мной.